если поставили диагноз коксартроз и вы хотите улучшить качество жизни, то я рекомендую принимать нестероидные противовоспалительные средства. Их достаточно большое количество, нужно определить, какие вам именно помогают. Их нужно применять только в тех случаях, когда они будут, когда боль вам будет мешать сну, либо каким-то физическим нагрузкам, либо рабочим нагрузкам, рабочим бытовым нагрузкам, когда качество жизни будет снижаться. Вот в этом случае тогда нужно будет употреблять нестероидные противовоспалительные средства. В первую очередь они снимают воспалительный синдром, во втором случае они снимают болевой синдром.